Assalomu alaykum, hurmatli tezkorlardan ko'ruvchilari, hurmatli mekandoshlar. Mana o'shanda biz Turchiyaning Antalya shahriga kirib keldik, dengizning jeginde. Plyajni город. Antalya shahri hozir shu yerdan ayavoy sonun qo'g'iz ko'rinadi. Подтасли коммутаторка наверху, вот видите, там надпись, это его слова, когда посетил Антанию в 1935 году, так он выразился, в переводе там написано, что Анталия шара, что это искусственный водопад, завтра мы будем естественный, который выявляется с жақындап келе жатамыз. Бұға чейін Қырғызстаннан келген топ 6 күннен бері Стамбул шаһарында, Измир шаһарында, Кушадасы шаһарында, Чанаккале шаһарында, Памуккале шаһарында болдық. Емі болса, бүгін 6-шы күні Құдайым тұз нәсіп қылып, ошол Анталия шаһарына кіріп келдік. 2 күн Анталияда болыз, анан обратно в Кыргызстан. Кыргызстанға қайтабыз. Негізінен азыр бұл жерде ауаның температурасы примерно 25-30 градустың тегерегінде. Анталия бұл пляжный город деген, деңіздің жиегінде жайғашқан. Бүгінгі шо деңізге шөмүліп, шо жерде ес алып кетішеткен дүйлерінің бұлыңғыршынан келгендер. Азыр мына Анталия шаһарына жоғарыдан сіздер де келіп қалышыңыздар мүмкін Анталия шаһарына. Біз бұл турды бір жұмалық қылып ұйыстырғанбыз. Қырғызстандағы Құт туристік компаниясы арқылуу алардын демөөрчүлүгү менен Турцияга келгенбиз. Биз жума ушул жерде болуп атабыз. Иншалла сиздер дагы Турцияны көрөбүз десеңиздер, Турцияга пляжный турга барабыз десеңиздер, Турцияга экскурсионный турга барабыз десеңиздер, анда биз айткан Құт туристик компаниясына кайрылыңыздар. Турциядагы Бест сервис туристик компаниясы менен биргеликте мындай турларды көп уюштурат экен. Кыргызстандан, Өзбекстандан болуп жалпы бир 35-тей киши келгенбиз. Бир автобуста жүрөбүз. Бест сервис туристик компаниясынын айдоочусу жана атайын бизге бөлүнгөн гиди бизди бир жумадан бери алып жүрөт. Аябай жакшы. Орус тилинде сүйлөйт экен, түрк тилинде сүйлөйт экен, англис тилинде сүйлөйт экен. Иншалла аябай сонун. Анталия шаары. Көчөнүн аркы бети нар жакта, берки бети бул жакта. Көрүп турасыздарбы? Анан ортосу эле өзүнчө бир 20 метрдей. Атайын апельсин өстүрүп коюптур, лимон өстүрүп коюптур. Апельсин. Ауди. Q3. Тиги Honda. Honda Civic'тин жаңысынан. Мында болсо Golf. Golf канча? Пятерка бул. Мында Opel Astra бар экен, мына кадимки биздегидей эле. Opel Astra. Opel Astra. Бул жакта Fiat унаасы да аябай көп экен, анан Мерс көп экен. Справа на билборде вот красная футболка, видите, это мэр города Анталия, мы хотим по чеке. Бул Анталияны мэринин сүрөтү экен. Оң жакты тосуп коюптур, бир нерсе бар окшойт. Он в реанимации бежал от... Мен сиздерге бир нерсени көрсөтүп коеюн. Турцияда күндүн энергиясын пайдалануу технологиясы аябай өнүгүптүр. Мына бул любой үйдүн крышасын көрсөңүздөр, күндүн энергиясынан сууну ысытып, анан жылуулук системасын уюштурат экен. Анан күндүн энергиясын электр энергиясына алмаштырып алат экен. Которуп алат экен. То есть солнечный коллекторлар да көп колдонот панелдердичи.
Аля шаары. Деңиздин жээгинде жайгашкан. Оң жакта тоолор да бар. Ошол тоолордун ар жагы деңиз. Азыр мына ал жагы жакын эле жерде деңиз. Это уже финика его же. Вот финики. Курмалар. Вот это финики уже жёлтенькие, которые видите, это финики справа. Это уже финиковая. Opel Astra. А есть такие, которые Opel. Напротив. Вижу, Мулда это такие, которые декоративные, они не плодоносные. Это Corolla. О, мне машина. Наталья тоже, конечно, выращивается оливка. И вот справа там, видите, оливковые поля тоже имеются. Бул жерде да көчөдө мындай перекрёсток турду, тилемчилер бар окшойт. А жок, бала чакасы менен да айланчүрөбү муну эже. Бул жакта да тилемчилер бар окшойт. Кайырчылар. Пророк Мухаммед свой ифтар с хурма открывал. Автобус терминалы менен, автогар дейт. Оң жака жүрөткөн автогар эмне бар бул жакта? По-моему, отель окшойт. Усак кемер. Биз жакындап кирип келатабыз азыр. Отелге азыр эле калды. Toyota Corolla гибрид. Они не продают, они им поискали. К нам тоже приходили служебные машины. МВД, вот такие давали, ИСИ давали. Мадагват, Алания. Алания шаварна. Жакын барат экенбиз. Дагы бир көчөгө түштүк. Тээ тиги домдордун үстүндө бүт солнечный коллекторлор, панелдер жайгашыптыр. Менимче жылуу суун ошондон алса керек. Метро жүрөт экен булар. Это не метро, трамвай. А, трамвай. Это трамвай. Трамвай жүрөт экен. Даже здесь это недавно его новая линия здесь в этом районе сделали. Даже еще продолжает вокруг. Вот дерево сажали и приготовляют. Мотоцикл Миндерген, Миндер Айвай Гурген. Трамвай, автобусы, маршрутки. Это Форт-Фокс. Городской транспорт. Автобусы тоже, да? Форт-Фокс жүрөт. Нарсынысы да Форт экен. Форт. Есть, есть. Үлгүсүндө гүнө алар. Көп экен негизи. Море в какой стороне не видно его? Мы через 4-5 минут будем в отеле и сразу перед отелем море. 4-5 минут, да? Биз отелге жетебиз. Перед нами. Дальше чуть впереди еще километр 2-3 осталось до отеля. Метронун жолун ремонт кылып атат, но. Мы просто с северной вот приехали вот здесь. Побукали, вот так спустились, Петуха, вот видите, да, символ города, террасы, вот так спустились и впереди. Она үйлердің үстінде бүт парабола антенналар менен, и потом будет наш отель, фалис, солнечный коллекторлар, значит, она суы бачуктор бар. Приедем, забираем вещи, заходим в холле. Так, туғандар. И будем заселиться. Здесь мы ночью квартира проживаем. У нас сейчас насчет паспорта, по-моему, не будет нужно. Там, если что, можно отдать. Значит, полседьмого начинается ужин до полдевятого. Ужин. Завтрак он 7 часов, как стандартно. Завтра мы 8 часов с вещами выезжаем. Мы только здесь ночью выезжаем. У нас завтра будет другой отель в Белеке. Два ночи в Анталье, но один в самом городе, второй завтра в Белеке.
Именно он говорит, я это выяснил. Один последний отель у вас all inclusive, то есть система все включено. Этот отель не all inclusive, последний день, это завтра будет all inclusive, система все включено с напитками и так далее, и спиртные, и так далее. А сегодня, за то, что этот отель для других тоже система все включена, отдыхающий есть, для вас будут желтые браслеты, чтобы персонал определил по ними вас. Там для All Inclusive другой цвет браслеты бывает. Вам они дадут желтый браслет. Надо его одевать, а без ними их в рестораны вас не пропустят. Поэтому браслетики до завтра 8 часов мы не снимаем, которые сейчас они нам дадут. Отель находится на первой линии. Но она как-то над землей так. Поэтому, когда будете ходить в пляж, там есть лифт, который нужно спуститься вниз. И сразу на 100 метров, там просто красивый тоже парк имеется, как городской. Но через парк уже в пляж, имеется на пляже своя территория. Отель Фалисерскаймар, свой пляж со своими там лежаки, зонтики и так далее. Шерк аби, базар далеко ли? Как? Базар это в центре города. Завтра мы будем там и свободное время у вас будет. Сколько хотите, столько можно завтра договориться. Хорошо. В центре города завтра по времени экскурсия. Всякие там магазины, то, что вас интересует, там будет. Если там сувениры, сувениры, если там вот всякие там, не знаю, другие вещи. Вот аптека некоторые спрашивают, там есть много аптеки, вот, лекарства какие-то хотите, там они будут, то есть там все имеется. Шарн ортасында дейт, центриндеген, базары. Завтра у нас поездка по городу, там у нас еще в принципе будут такие хорошие, крупные, кожаный верный центр, который под контролем государства, сертификаты, гаранты качества, хороший там товар имеется. Будет старая часть города, будет красивый водопад, будет достопримечательность, увидит как города Хадриан, как минарет Иври, который является символом города. Анкария, Адалет, Сараедек. Минарет от мечета, который еще в 13 веке был построен, это дом правосудия Анталийской слева. Анталия, Адалет, Сараедек, меніңше суд болса керек, а? Анталийский, Анталийский, нашим отелем, Анталийский футбольный стадион. Также справа колесо обозрения видите справа. Он второй в Европе большой после Лондона, Лондон Айс. Здесь он второй большой тоже. Если хотите, можете приходить кататься. Рядом с нашим отелем находится. Что еще? А, в 20:45. Не забываем те, которые сегодня будут делать. Тест, PCR-тест, чтобы потом пришли там 15-20 минут задержались, а они уже уехали, никто за вас, за одного человека не будет приходить, уважаемый. Вам тогда придется на такси сесть и сами уже пойдете в больницу, чтобы сделать себе тест. В 20:45 без задержки будьте в холле отеля. У вас после нового жука сказал, достаточно, чтобы поужинать. В 20:45 нужно быть в поле с паспортом. Завтра в 8 часов тоже надо быть готовы. Завтра постараемся без задержки, потому что в этих местах, которые мы посещаем тоже, по определенному время нам нужно быть, потому что... Круговой агент Владова, да, что-то солдага пробовать. Завтра без задержки надо нам уехать, то есть постараемся, так рано, чтобы не могли так проснуться и так далее, то завтра много времени, успейте отдохнуть и поспать, поэтому можете так, тогда я вам закончу, чтобы 6.30 так разбудили, если 7 лет вам может поздно, да? Битва, да, конечно, да. 8 часов с вещами мы уезжаем. Завтра у нас поездка по Анталии. Прогуляемся в Анталии, интересные такие места увидим. И потом уже будем проживать в Белеке, хороший тоже день, первая линия. Бит филоватат, я мен сіздерге 8 шурап филоватам, да? Турап шурапы. Болса хихры пахры уле Анталияны түшіндіріп көрсетпей, бәкін сіздерге? Хороший тоже отель. И сейчас он 5-звездочный хороший, и завтра будет... Даже вот второй, который отель напротив Фалис, видите, написано, это наш отель, большой отель тоже.
стадион. Наверху на этот стадион имеется стеклянная такая система, и вся электричество в этот стадион от солнца получается. Нагревается от солнца, то есть производит сама себе электричество. Да. Анталия Спорт тоже. Ну, лет 10 уже получается. Было раньше другой, это сравнительно новый. На 33 тысячи человек рассчитано. 33? Скорпион – это символ, там Скорпион памятнику, да? Символ команды – это Скорпион. Футбольная, да. Так, отель жақындап келіп қалдық. Деңіздің жиегінде бірінші линияда екен, ал үшінші жерден келеткеніміз Фалес деген атайын парус символындағы. Вот даже вам проблем говорит то, что напротив имеется больница, да, вот здесь это государственная, я тоже операцию себе сделал раньше. Это тоже спортивный такой зал крытый, там много разных спортивных, там, ну, волейбол, баскетбол, крытый там бассейн, так далее, все там имеется. Справа. А? Это финики слева. То, что видите, все это финики, да. А, справа вот это декоративный. Как раз можете сравнивать, вот тут у него ветки другие, а справа это декоративно, а там финики. Вот это белое здание, это наш отель. 8 часов выезжаем из отеля завтра. 8.45 сегодня, 20.45, это сбор для, с паспортами для PCR-тест. Завтра 8 часов выезжаем. Браслетики сейчас будем брать. Ну, деньгиздің жиегіне келіп қалдық уже. Так, ну, чуть-чуть еще. Ушла, ты дик. Каймак знаете, да? Сметана. Да, оно тоже, да. У нас тоже каймак, это сметана. Ayam kaymağına burada şey kaymak. Hadi bakalım kaymaklı otele geldi. Fales degen otel eken. Ama çok sıkıştım. Şu yerde olat kem istiyorum. Sen kaç ben varım. Sen evet bağlı. Benimkini de içeri at ver abi. Tamam otel sen rahat ol. Geldik buna. Geldik. Hoş geldik. Geldik, hoş geldik. Hoş geldik abi. Antalya'ya gidelim. Bu azıcık alalım. Alana kadar. Hiç niyet yok. Yok, aç. Burada hallet. Aç bayram. Yoksa. Biz girip geldik. Fales degen. Otel 5 yıldızlı otel. 5 yıldızlı otel. Ama çoğunluk haberim. Primera bir 15 etaj yok şu an. Ama şu yerine girip çay kaşatken bizi inşallah hazır. Önemli ne bu? Esalığınız köngülde ötsün tuğandar. Esalığınız köngülde ötsün. Eğer de bizim bu video sizlere jakkan bolsa, like basıp anan komentari yazıp koyunuzlar tuğandar. Uşul kalpak giygen kişi ap geldi bizde. Kut Turistik Kampanyası'ndan JTX'i Oğulbek Mırza. Selamünaleyküm. Ay ay sonun yerleri ap geldi siz boy ay. Oo vardık buna 5 yıldızlar. Denizge jakır. Zor eken ha? Bu sonun oteldir. Ha maşallah, jakşı. Jakşı salınızlar. Rahmat. Başka dağı bizden, elimizden, cerimizden adamlar gelse, ne salsın. Den soluğun çındasın. Akıl et sezimlerini önüp kürsün. Cal, çoğu birik olana Kırgızistan'da önüp kürölü. Maşallah. Aytkanınız gelsin. Köp yaşanız. İşinizde, kampanyanızın işinde iyilikler köp olsun. Buna İbadat Enağız dağı gelip kaldı önce. Buna bizden kalışmaya gelip kaldı. Özü jetim işten. Өткен енебіз.
Kanday, çarçava gelip aldınız mı? Tamam, gerçekten. Aa, canım.